Привет. Ой, здрасте. Ах, вот как ты готовишься к передаче, Зайцев. Какой передаче? Конечно, откуда тебе знать, если ты на парах не появляешься? А завтра, между прочим, последний шанс, да? Буду я? Поздно, Зайцев. Приходи, не приходи, а больше двойки все равно не получишь. О, а ты, походу, Костян, тоже в армию засобирался? Ответку не достал. Я думал, денег, да, как обычно, и все. А это вообще говорят никакую. Да, Танечка у нас такая честная и принципиальная. Как не подкатить? Слушай, знаешь, я, конечно, мог бы с Таней поговорить. Только знаешь, мне там нужно решить кое-что заморочки. Ну, по-моему, мне больше короче, эти бабки дам. Хочешь? Только надо. Я готов бы деда Мазаем за 5 тысяч. Легко. Все с языком.